И снова здравствуйте, всем привет! Сегодня готовим маринованный перчик сладкий на зиму с чесночком. Желательно брать перец такой, чтобы он был с толстыми стеночками, он тогда сочнее, вкуснее. Значит, нам нужно перец, чеснок и маринад. Здесь у меня 2 килограмма уже почищенного перца, почищенного и нарезанного. То есть это чистый вес 2 килограмма. Здесь чеснок. Сейчас мы его нарежем пластиночками. И дальше я вам покажу. Все, чеснок мы нарезаем вот такой пластиночкой. И идем к плите. Сейчас будем варить маринад. Смотрите, здесь у нас вода закипает. Мы будем сейчас варить маринад. Бросаем сюда соль. Обычную поваренную каменную соль. Сахар. Всю граммовку вот именно в этом рецепте, как я делала сегодня, я вам напишу в описании под видео. Заходите, читайте. Вливаем растительное масло без запаха. Даем нашему маринаду закипеть. Значит, повторяю, здесь у нас сахар, соль, вода и подсолнечное масло. Даем закипеть, уксус мы бросаем в самом конце. Помешиваем, ждем, когда закипит. Все, смотрите, маринад наш закипает. Бросаем сюда наш чеснок весь, который мы порезали пластиночками. И следом засыпаем перец. Просто лопаточкой поднимаем наверх, помогаем пропитаться нашему перчику, намочиться, обмочиться, скажем так, нашим маринадиком. И варим на маленьком огне, ждем, когда закипит, после того, как мы перец забросили. Очень вкусно пахнет чесноком и перчиком. Вообще исключительно. Все, ждем, когда закипит, и засекаем время. Пока у нас закипит маринад, нам нужно перчик периодически перемешивать, чтобы у нас нижняя часть не сварилась больше, чем верхняя. Перемешали и ждем, когда закипит маринад. Все, смотрите, наш маринад закипает, можно сказать, закипел. Еще раз перемешали и засекаем 8 минут. Периодически помешиваем и варим 8 минут. Помешиваем. Периодически поднимаем наш перец снизу вверх, чтобы он у нас равномерно сварился и пропитался маринадом. Все, встречаемся через 8 минут. Все, 8 минут у нас прошло. Вливаем сюда уксус. И даем закипеть у нас уксус. Температура ниже у уксуса, чем у маринада. Поэтому дождемся, когда закипит, и выключаем. У нас должны быть баночки уже подготовлены, стерилизованные. Крышечки стерилизованные. У нас уже должно быть все готово. Все, даем закипеть и выключаем. Все, смотрите, наш маринад закипел.
мы выключаем и будем накладывать баночки подготовленные. Все, накладываем. Банки берем, какие нам нравятся, больше, меньше, какие есть. Выкладываем сначала перец по баночкам, а потом будем доливать маринадом, который у нас останется. Все, встретимся. Все, перец заложили в баночки, теперь заливаем маринадом. Заливаем полную баночку. Все, залили, смотрите, полные баночки маринада и закрываем крышками. Крышки прокипятить нужно горячими. Хорошо закручиваем. И все, накрываем теплым одеялком, полотенечком, что есть. И это будет, ой, очень вкусно. Все, плотно закрыли крышки, перевернули. Накрываем. Совершенно не обязательно прям укупоривать хорошо. Накрыли и оставляем до полного остывания. Все, перец наш готов. Так что советую, приготовьте перец. Перчик очень вкусный, правда, очень вкусный. Я уже его не первый год закатываю, закручиваю, заверчиваю. Очень вкусно, пробуйте, готовьте. Всем приятного аппетита, спасибо за просмотр. Заходите в гости, что-нибудь приготовим еще вкусненького. Всем до встречи, всем пока!